Чем мне это нравится? Наверное, отсутствием границ, бесконечность. Я чем бы ни увлекался, все как-то быстро надоедало мне, быстро присыщалось. После того, как я узнал это, здесь совсем другие ощущения. Все непрерывно меняется, причем радикально. Постоянно впереди возникает что-то неизведанное. И сегодня оно еще неизведанное, а завтра открывается что-то новое. Просто нет границ. Это никогда не кончается. Как я изменилась после этого? Раньше я порхала, как стрекоза в басне. А теперь после этого у меня появилось основание, на котором я могу действительно строить. И, ну, ощущение настоящего. Почему я продолжаю заниматься этим? Да мне просто хорошо, а было плохо. Иногда я бывал счастлив, но все-таки химия – великая наука, может сделать человека на миг счастливым. Некоторые говорят, что я сменил один наркотик на другой. Глупости. На это принципиально невозможно подсесть. Ведь каждый шаг, каждое усилие ставит тебя перед новым выбором. И так бесконечно. Не успеваешь привыкнуть ни к чему. Удивительная штука. Помню, когда я впервые с этим столкнулся, ощущение было шоковым. И тогда еще подумал, почему это не на всех телеканалах, на первых полосах всех газет. Но это ощущение сменилось спокойным состоянием, осознанием, пониманием процессов, которые этим движут. Мне очень захотелось поделиться этим с людьми. Я надеюсь, что ты найдешь это, когда больше всего будешь в этом нуждаться. И так произойдет.